Хотелось бы узнать, в садах, особенно зимой, у нас холодно, нуждаются в ремонте, и в частности, именно детский сад, ясли сад номер 2. Хотелось бы узнать, какой ремонт будет ли там проводиться вообще вот в этом году? В этом году выделены средства с областного бюджета для ремонта системы отопления детского сада номер 2 и номер 3 Акуля. Большинство пришедших на встречу с главой региона – сельчане. Житель села Инбек. В нашем селе нет спортивных площадок. Пожалуйста, помогите решить данный вопрос. И эту площадку сделаем. Я почему? Потому что такое село, на самом деле, становится очень красивым селом. Достойным селом, таким вот освещенным селом. Сделаем. Аким области отметил и показатели экономического развития региона. Инвестиции, экономика, хорошая. Инвестиции являются важным элементом в экономическом финансовом плане. В настоящее время привлечение инвестиций очень актуально с учетом того, что происходит в соседних странах. В прошлом году в экономику области поступило 500 миллиардов тенге. Стоит отметить, что 80% из них – частные инвестиции. Жители, которые не успели задать вопрос в ходе встречи, записались на личный прием к акиму. Обсуждались многие проблемные вопросы. Субсидия жилья. Полтора года 23 миллиона 172. Когда сертификат субсидии? Когда это субсидия? Шамотка. С прошлого года дело в том, что то постановление, которое было в прошлом году, оно было там прописано, что остальное действует до 1 января 2022 года. Сейчас новое постановление вводится. Как только его примут, мы начнем выплачивать. В последние годы строительные работы в районе также набирают обороты. Так, в настоящее время в районном центре возводится пристройка к школе номер 4. Стоимость проекта 359 миллионов тенге. Аким области проинспектировал ход строительства. Біз егердік қазір 60 миллион егердік. Былтыр биылға 63 миллионға 63 миллион аванс алдық. 45-квартирный жилой дом строится уже 2 года. Объект должен был быть сдан в эксплуатацию в прошлом году. Однако строительные работы затянулись. Ермек Маржикпаев подверг резкой критике работу подрядчика. Когда мы должны были сдать этот дом? Этот дом мы должны были сдать его в декабре месяце. У нас в ноябре вышел только перерасчет. С декабря месяца мы сейчас... Если бы вовремя строили бы его, и перерасчет не надо было. Аким области ознакомился и с цифровыми процессами города Аколь. Александра Гауэрт, Абзал Балтабаев, Медет Каркенов, Алмаз Адвокасов, Кокши Акпарат.